благодарности руководству стадиона и работникам, которые все-таки, несмотря на погодные условия, старались, приложили все условия, чтобы поле было в надлежащем виде. Вы видели, что вторые сутки идет снег, и в принципе он внес коррективы на игру. В целом мало было содержательного футбола. Я считаю, что с нашей стороны, что со стороны соперника на первый план вышла борьба, характер, желание не уступить в первую очередь. Ну и, конечно же, удаление сыграло с нами такую злую шутку. Потеряли одного игрока, и это ощущалось именно по содержанию нашей игры. Это повлияло на организацию, как атакующих действий, в первую очередь, контратакующих действий, если хотите. Ну и хочу также отметить ребят, они молодцы, в принципе, наверное, сколько, минут 60 мы играли в меньшинстве, по тяжелому полю, по такой погоде, с достаточно добротным соперником, и можно сказать, что выстояли, сохранили ворота свои на замке, и все-таки пытались где-то мы использовать свои моменты в атаке. Спасибо. Пожалуйста, вопрос. Ожидали ли вы именно такую игру со стороны соперника, которая была сегодня в Карпатах? Ну, в целом ожидали, мы знали, у них хорошие исполнители в средней линии, можно отметить и Караскаль, и группа игроков хорошего уровня, которые хорошо с мячом работают, достаточно быстрые фланги в лице Шведа, Мякушко, Акулинин, центральный нападающий, который хорошо играет спиной к воротам соперника, а также хорошо штрафной, головой. Всегда нацелены на завершение. Ну, прогнозировали их игру. И опять же говорю, что нам, по сути, план на игру сломало удаление. По большому счету. Хотя Ковалец мог стать героем матча, забив на 5-й минуте выход 1-1.